счет, приходит время. Друзья, перед вами рот от Андрея Макаревича, книги «То, что люди поют по дороге домой». Вот если вы хотите узнать, что и как они поют, будет что-то зачитывать, то вы об этом узнаете из самой книги. Давайте минимальный порог возьмем 500. Я не собиралась зачитывать, но случайно открыла страницу с песней «Я не видел войны». Если вы не против, я зачитаю текст, потому что, мне кажется, случайно книги вот так вот не открываются. «Я не видел войны. Я родился значительно позже. Я ее проходил и читал про нее с детских лет. Сколько книг про войну, где как будто все очень похоже. Есть и это, и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино. Там в кино как-то очень цветно. Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом, может быть, потому что об этом в словах не дано. Только слышишь, звучит, выступая с кем-то юнграда, тихо-тихо поет. И в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, про войну слишком громко не надо, чтобы ревом фанфар не спугнуть, не убить этот звук. 40 раз был январь, 40 раз праздник первого снега. 40 раз таял снег, отступая с приходом весны. 40 лет — это миг, это даже еще не полвека. Как недолго пока удавалось прожить без войны. Друзья, увеличиваем ли мы порог? Увеличиваем ли мы порог до 700? Лично автограф Андрея Макаревича и прочтение Саши Петели. Друзья, книжечка 700 рублей. Кто готов взять книгу к себе, если такие люди с Андреем Макаревичем? Есть. 700. Раз. 700. 700 по-прежнему. 2. Да. 1000. 1000 раз. Все те люди, которые встают, они начинают тянуть руку. Судя по всему, это либо к дождю, либо к солнцу. 1000 раз. 1002. 1200 раз. 1200. 1300. 1300. Раз. 1300. Два. И даже полторы. Полторы раз. Полторы два. Полторы 1003. Теперь есть люди, которые будут петь по дороге точно. И точно будут с Андреем Макаревичем. И я бы, наверное, представила еще один наш лот. Лот